будет составлен протокол административного права. Правил охоты. Да, нахождение в охотничьем воде. Статья 8.37 УАП РФ. Он даже знал номер статьи, которую нарушает. В ходе рейда сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Он охотился на пойменных лугах в Рязанском районе между поселками Дубровичи и Аликаново. Эта зона считается прилегающей к городской черте, ведь входит в зеленый пояс Рязани. Охота здесь запрещена. Все разрешительные документы у него, в принципе, в порядке. Разрешение на оружие, охотничий билет, имеется путевка на отстрел охотресурсов по территориальности. Он нарушил. Нарушителю придется заплатить штраф. Мужчину обнаружили в ходе профилактических рейдов, которые проводили в выходные на территории нескольких районов Рязанской области. В них задействованы региональное министерство природопользования, управление МВД и линейный отдел полиции на транспорте. В ходе работы было выявлено 30 нарушений административного законодательства. Среди них нарушение правил охоты и рыболовства, перевозки и ношение оружия, а также сроков его регистрации и перерегистрации. Напомним, что сезон охоты на болотно-луговую дичь открылся 6 апреля. Более 30 тысяч владельцев охотничьих оружия получили лицензии. Галина Кудряшова, Лидия Родина, телекомпания «Город».